10. У него оригинальный нож, но это 3. Добрый день. Здравствуйте. Представляйтесь. Меня зовут Константин Сажин. Я основатель компании «Атропосна». Какой вопрос вас интересует? Меня интересуют ваши новиночки, что вы привезли на клинок. Стариночки вы видели? Стариночки тоже можно показать, конечно. Мы не знакомы. Мы в основном делаем вылесонды. Такие вещи. Болесонги – это основное направление, да, Константин? Да, болесонги – это основное направление. Так. Я смотрю, еще бритвы есть, и вот такие вот интересные ножи, как вы их характеризуете? Что это такое? Это складной нож, это складной. Замок по типу опене, простой, недорогой, стали Д2. Ничего не боится, можно разбирать, почистить, и главное, не боится воды. Есть и бритвы. Все остальное. И есть даже еда. Да, у меня ты снимай. Оставляй, это я потом снимаю. Потом забыл. Вот она стоит. Я вчера сразу скрыл, набрал от меня. Это вот наши друзья-партнеры «Золотое сечение». Какого плана нож сколько стоит? Такой? Вот такой. А, этот вот 7. Mm-hmm. Такой вот 10. Титановый фрейм. Mm-hmm. Карбон. Здесь находится упорная втулка дистанционная. То есть винты вот эти закручены до конца. То есть не подшипник, а дистанционный втул. Не просто ось. Вот здесь вот зазор между вот этими плашками. Совка. Попробуйте охоту, такой как на подшипник. У меня рука не знает.